А теперь время нашей рубрики «Блиц». Ее героем стал знаменитый в прошлом игрок «Спартака» и сборной Советского Союза, а ныне председатель физкультурного общества «Спартак» Евгений Ловчев. Ваше главное достижение? Лучший футболист страны. Кто популярнее, Ловчев-футболист или Ловчев-аналитик? Ну, конечно, футболист. Известно, что вы смотрите все матчи каждого тура РФПЛ. Как вы думаете, таких, как вы, много? Не знаю, но точно знаю, что я на 6 засыпал, на одном просыпался, и только один интересен мне был. Вы когда-нибудь писали о матче, который не смотрели? Нет. Ваши чувства, когда смотрите на нынешнюю сборную России по мини-футболу? Чувство того, что это не моя родина играет. Что вам ближе, осень-весна или весна-осень? Весна-осень, потому что летом, когда можно играть в футбол, надо играть в футбол. Пеле или Марадонна? Пеле, конечно. Пеле или Месси? Пеле. 7 лет строгого режима или как убивали Спартак? А есть еще одна книжка. 8 лет лучших в моей жизни. Гаврилова. Ваше любимое блюдо? Шашлык куриный. Самая красивая женщина, не считая вашей супруги? А у меня 4 супруги было, поэтому они все красивые. Спартаковский дух существует? Да. И когда многие говорят об этом, просто надо в «Спартаке» быть. Тогда ты понимаешь, что это такое. Каррера истинный спартаковец? Он эмоционален, а эмоция – это спартаковская. Из группы выйдем? Обязаны и должны.